полное описание и точная дата выхода 87-й серии турецкого сериала «Чукур». 87-я серия сериала выйдет в эфир 10 февраля. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. В новой серии мы увидим, как Ямач долгое время пытался убежать от правды, но теперь его встреча с Варталу состоялась. Варталу стремился отыскать убийцу своего отца. Ему удалось достигнуть поставленной цели. Теперь, когда Варталу и Ямач оказались наедине, то он собирается сделать так, чтобы Ямач заговорил. Варталу решил устроить ему неожиданное путешествие. И для того, чтобы его план прошел, как полагается, он обратился за помощью к Медету. Чагатай всегда сомневался в отношении Ямача, но теперь он сделал так, что Масхун оказался в довольно сложном положении. Махсун должен будет приложить все усилия для того, чтобы сдать Ямача. Ведь обман, который устроил Махсун, был раскрыт, и теперь ему не избежать смерти. Но сам Махсун никогда не боялся умереть. Ямачу так и не удалось осуществить свой план – мести. После того, как Варталу услышал Ямача, Тон вытащил его из клетки и принял важное решение. Он стал считать, что Ямач на самом деле ни в чем не виновен. Теперь необходимо будет отыскать того человека, который все это организовал, и вывести его на суд района. Когда Варталу привел Ямача в одно место, то он спросил, что они будут здесь делать. Варталу ответил, что теперь наступил момент, когда они должны будут покончить со страданиями. Напомним, 87-я серия сериала выйдет в эфир 10 февраля. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!